Больше рынок соответствует Constline проект. Marktplatz. Больше рынок. Майданчик. Да, Майдан. Майдан. Рынок. Субботний мирный день. Постоянно, когда включаю телевизор, даже украинские новости на украинском, в чатах постоянно сидит куча коцапни, которые даже не понимают этого языка, которые там вещают. Вот, они как крысы за свирелью, там за Зеленским. А на самом деле не понимают, что это они про себя же говорят, что они вот так вот идут за вот этой вот болтовнёй тоталитарного государства, за вот этим вот гнётом. И помогают, и сами же мораются в этом. Причём добровольно, им даже никто за это не платит, никакой жизни не делает. Те, которые защищают, они знают, какую жизнь и какую систему они защищают. Потому что в Европе есть страховки. Страховки по безработице.